Как и у любой автомойки, в разгар таяния снега и весеннего потепления очередь. Однако здесь не авто, а городской транспорт. По словам начальника филиала депо, каждый из 55 вагонов, которые ежедневно выходят на линию и перевозят пассажиров, в конце смены ждут водные процедуры. Внешняя мойка кузова специальными щетками и уборка в салоне. Все строго по графику. Графику движения транспорта. Именно он помогает избежать длинных пробок на въезде в бокс. В нашем парке 95 вагонов. Выпускаем мы на линию 55 вагонов ежедневно. Из 55 вагонов у нас есть уральские вагоны. 24 вагона мы получили в 2020 году. Все проходят обязательную дезинфекцию и помывку. Значит, у нас работает на мойке два оператора мощной установки. Ежедневно проводим мойку. У нас соответствующее расписание движения же существует. То есть заходы растянуты там с 17 часов и до 22. Но в этот период времени происходит мойка вагонов. На помывку одного трамвая уходит около 10 минут и порядка 200 литров воды. Через специальные форсунки транспорт сначала поливают водой, затем в дело вступают огромные щетки. Все как и на обычной автоматической мойке. Задача водителя – медленно проезжать через бокс, периодически останавливаясь. Это необходимо для того, чтобы операторы вручную смогли промыть все труднодоступные места. Однако и это еще не все. После мойки трамвай еще некоторое время проводит в боксе, проходит техническое обслуживание, затем отправляется на территорию депо и ждет выхода на линию. По словам специалистов, к перевозке пассажиров допускают лишь чистый транспорт, который соответствует санитарным и техническим нормам. К слову, в этом году часть трамвайных путей ожидает капитальный ремонт. Участок протяженностью около 1300 метров обновят на улице Богдана Хмельницкого. Ремонт начнется уже после того, как в город придет потепление. Как отмечают в горадминистрации, курсировать по обновленным путям и перевозить амичи может гораздо больше трамваев, чем сейчас. Предприятие расширяется и развивается, поэтому нуждается в хороших специалистах. Открыты вакансии водителей и кондукторов. В общей сложности более 200 свободных мест. Узнать об этом подробнее можно, обратившись в отдел кадров по телефону 23 07 21.